Наступает ночь, и здесь, в деревне Дубичи-Церкевне на польско-белорусской границе, в некоторых домах зажигается зеленый свет. Сигнал для мигрантов, сумевших попасть в Польшу. Здесь вам могут помочь. Инициатива принадлежит местному жителю, адвокату Камилю Силеру. Он и его соседи готовы подать руку помощи тем, кто отчаянно нуждается в еде, теплой одежде и других предметах первой необходимости. У нас есть теплая одежда и обувь. Здесь пакеты с едой, а это специальное устройство для очистки воды. Силер через социальные сети рассылал сообщения на нескольких языках, чтобы объяснить мигрантам, что зеленый свет означает помощь. Тем, кто с опаской относится к идее Камиля, он говорит, что его цель не поощрять мигрантов прятаться или продолжать путь, а лишь дать им шанс выжить. Но не у всех ситуация с мигрантами вызывает сострадание. Они рушат наши границы, они разрушают Польшу. Они же не сами сюда пришли, кто-то их сюда привез. Там же белорусские солдаты. Силер говорит, что его дело – это капля в море, поскольку тысячи мигрантов нуждаются в помощи. Он призывает разрешить работу в регионе гуманитарным и другим неправительственным организациям.